Io però ne trovo giù. Да, разряд был вот с этим прибором около 0,4 ампером тока. Вот эта лампочка была нагрузка. Вот они заряжались сперва вот этим прибором, когда напряжение доходило до 4,2 вольт. Прибор отключал заряд. Этим прибором разряжались до 3 вольт. Когда 3 вольт достигало, отключал этот прибор разряд. Вот этот 0,2 ампером током заряжался, этот 0,6 ампера. Эти в основном 0,1 ампера. Это напряжение после отключения нагрузки. Это после заряда. Тут после нескольких часов, тут после дня напряжение замерялось. Тут после нескольких часов, после нескольких минут, после нескольких часов, 3,299 позже, после нескольких часов, 3,322 после дней.